Помню, как в детстве в новом конверте письмо я на почту принес. Важнее послания нет на планете, его адресат Дед Мороз. Там буквок мало, строчки кривые и слов практически нет. Старательно там от руки нарисован оранжевый велосипед. Я очень боялся, успеет ли почта, ведь скоро уже Новый год. Но папа тогда меня успокоил, письмо непременно дойдет. Я очень боялся, успеет ли почта, прочтет ли письмо мое дед. Но первого утром меня ждал под елкой оранжевый велосипед. Детские письма Деду Морозу словно снежинки летят. Первые просьбы и детские грезы каракули эти хранят. Детские письма Деду Морозу словно снежинки летят. Милый рисунок, наивная проза сказкой вернуться хотят. Как Дед Мороз так прекрасно справлялся, я в детстве не понимал. Как среди тысяч детских конвертов он мой всегда узнавал. И вот уже сын нехитрый рисунок, волнуясь, на почту несет. И вот уже я говорю, что, конечно, письмо Дед Морозу дойдет. Как хочется, чтобы все детские письма нашли адресат поскорей. И чтоб в Новый год на нашей планете сбылись все мечты у детей. Детские письма Деду Морозу словно снежинки летят. Первые просьбы и детские грезы каракули эти хранят. Детские письма Деду Морозу словно снежинки летят. Милый рисунок, наивная проза сказкой вернуться хотят. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне много денег, я их отдам папе, чтобы он меньше работал и чаще играл со мной. Подари мне, пожалуйста, собаку. Я с ней буду гулять всегда-всегда, даже когда мне будет хотеться спать. Подари мне, пожалуйста, пиратский корабль. Я хочу стать пиратом, только добрым пиратом. Потому что злых пиратов много, а добрых пиратов мало. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне волшебный эликсир, чтобы я его отдал маме и папе, чтобы они его выпили, и с ним произошло то, что они никогда не состарились и жили долго-долго.